Всем привет! С вами Сергей. Сегодня мы посмотрим два отеля из одной сетки. Первый из них это будет отель Bella Villa Metro. Этот отель имеет 3 звезды и расположен в северной части города Паттайя, буквально в 3-5 минутах пешком от пляжа Вангамат. Отель имеет смешанные отзывы, и его рейтинг составляет 7,5 из 10. Отель Bella Villa Metro достаточно бюджетный по сравнению с другими аналогичными отелями в этом районе. Интерьер отеля выполнен очень скромно, так как отель совершенно недорогой. На территории отеля из общественных зон есть только один небольшой бассейн. Чтобы посмотреть номер, нам нужно будет дойти в соседнее здание, там расположен ресепшн, и попросить нам показать номер. Соседнее здание, где находится ресепшн, это отель Best Bella Pattaya. Мы его с вами посмотрим во второй части ролика. Мы взяли ключ от номера и вернулись в отель Bella Villa Metro. И начинаем с вами смотреть номер. Этот номер называется стандартный, он порядка 30 метров. Хочу сказать, что мы смотрим с вами самый простой и дешевый номер в этом отеле. У него вид открывается на соседнее здание, на отель Best Bella. На конец августа 2023 года этот номер можно забронировать от 25 долларов за двоих в день, включая завтрак. Уважаемые друзья, я вам говорю цены в низкий сезон. Пожалуйста, проверяйте цены на ваши даты. Ну, как видно, в номере есть все необходимое для проживания. Нам еще с вами осталось посмотреть, как здесь выглядит ванная комната. Как видно, ванная комната совсем небольшая, но все очень чисто. Всем привет! Мы посмотрим еще один номер, он называется «Делюкс с видом на море». Он почти в два раза больше предыдущего. Как видно, есть полноценная кухня с плитой, где вы можете что-то даже себе приготовить. Давайте посмотрим, какой отсюда открывается вид. Вид открывается на море, очень красиво. На конец августа 2023 года этот номер «Делюкс с видом на море» можно забронировать от 50 долларов за двоих в день, включая завтрак.
Ну, как видно, ванная комната в этом номере точно такая же, как в предыдущем. Мы посмотрели отель Bella Villa Metro и направляемся смотреть другой отель Best Villa Pattaya. Этот отель также имеет 3 звезды, но он немного побольше предыдущего. Напомню, что оба отеля расположены в северной части города, буквально в 5 минутах пешком от пляжа и где-то 7-8 минут пешком до торгового центра Терминал 21. В низкий сезон в этом отеле можно забронировать стандартный номер стоимостью от $30 в день за двоих. Пожалуйста, вот так выглядит ресторан, где проходят завтраки. В холле отеля также расположена информация для туристов. Пожалуйста, здесь также есть различные флаеры, например, каких-либо путевок, которые вы можете здесь приобрести, ну, например, на острова. Большим плюсом является то, что в отеле есть стиральная и сушильная машины. Пожалуйста, за небольшую плату вы можете ими воспользоваться. Посмотрим, как здесь выглядит тренажерный зал. Ну, он совсем небольшой, но в принципе все необходимое есть. И, как видите, есть небольшой бассейн. Вода чистая. Плюс то, что в отеле есть сауна. Мы направляемся смотреть номер. Этот номер называется двухместный делюкс с одной большой кроватью. Его размер 38 метров, включая балкон. Вид из этого номера открывается на отели и частично на море. На конец августа 2023 года этот номер можно забронировать от $35 в день за двоих, включая завтрак. Опять-таки напомню, что эта цена в низкий сезон. Уважаемые друзья, номер действительно неплохой, все комфортно, чистота, порядок. И, конечно же, огромным плюсом является то, что здесь, в номере, есть мини-кухня. Нам осталось посмотреть, как здесь выглядит ванная комната. Ну, как видите, она достаточно светлая и объемная. Уважаемые друзья, мне кажется, что за эти деньги отели вполне нормальные. Пожалуйста, напишите свой комментарий, что вы думаете об этом. И, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будут только самые полезные видеообзоры. Мы идем с вами дальше. Всем пока!